В усадьбе Знаменская Губайлова новая выставка. Свои работы для красногорцев привез профессиональный художник, живописец Андрей Ковалевский. Экспозиция посвящена многогранным по своей красоте уголкам нашей страны. Здесь работы в основном нашей среднерусской полосы. Днепровская красота, серебристый колорит, глубокие чистые цвета. Есть немного городских пейзажей. Мне нравится там, где сохранилась старинная, первозданная архитектура, облик города, его духовный облик, исторический облик, там, где нет засилия рекламы. Пейзажи с шумными городскими улочками, спешащими по своим делам жителями мегаполиса, домами старой и новой постройки соседствуют с видами уединенных деревенек и сел. Лесные полянки, домики с резными окнами – автору все они особенно дороги. Выставку своих работ Ковалевский решил дополнить цитатами художника Дмитрия Русича. Они не только необычно оформлены, но по задумке художника должны помочь зрителю осознать реальность современного мира. А цитаты, мы как его, ну я как знакомый хороший с моим другом, выставили, потому что они интересны очень по смыслу, в чем-то противоречивы, в чем-то глубоки. Художник Ковалевский пишет в жанре реализм, при этом не отступая от канонов классической школы живописи. К выбору места для экспозиции автор также относится с щепетильностью. Не зря его работы выставляются именно в Знаменском Губайлово. В старинной усадьбе особая атмосфера. Она помогает передать настроение каждого пейзажа. Иногда ведь мимо проходишь, не видишь. Все мы привыкаем к чему-то. Вот. Бывает дом великолепный, старый. А ходят, люди не видят. А его напишешь, сами удивляются. Для меня важно показать, если так можно сказать, душу. Душу места, душу улицы, душу пейзажа.